первая ротация, когда я вернулся в Одессу, и я вернулся в форме, и у меня была гордость. Я сидел возле оперного театра, проходила мимо женщина с мужчиной, и эта женщина вот так вот нагнулась, посмотрела на нашивку. У меня здесь была нашивка «Днепр-1», здесь была нашивка «Укроп», и она мне плюнула в лицо. Именно физически плюнула просто в лицо. И сказала: «Ты фашист, едь в свой Львов». Одесса, ну, Одесса – это мой родной город. Одесса – это родина моя. Ну, это вот, наверное, только у одесситов есть такое понятие, как «я не украинец, я одессит». Одесса – это такая высшая какая-то раса, да? А вот всякие там западные Украины, я так думал, что они какие-то там селюки. Ну и восприятие у каждого, и самооценка своя. Одесситы, они такие, собственно, хитрые. В понятиях многих людей, если ты одессит и ты идешь служить, значит, у тебя есть меркантильные интересы. Понятно, что как бы в Одессе принцип какой, да? Что я с этого буду иметь? Ребята вот на Донбассе отдали своей жизни, там, кто-то здоровье, за то, чтобы наш город был мирным. Не дай Боже бы зашла сюда война, люди бы лишились всего. Мои родственники, когда я пришел в армию, они меня не одобряли. Я не за ту страну воюю, не за то государство и не за тех людей. Вы же все убийцы. Вы не служите, вы убиваете. Ты что там делал? Я говорю: как что? От врага защищал нашу страну. Кого? Ты убивал дедушек и бабушек. Сейчас прилетит. Вообще не работает. Я обоссался при первом обстреле в окопе, на полном серьезе. Идет обстрел, кричит: прыгайте в окоп, мы ложимся в окоп, и по нам работают грады. И вот это происходит до самого утра. И до самого утра я лежу со своим другом. Я его обнимал как мать родную. Настолько было страшно. Мамуль, у меня все хорошо. Вернусь майором. Вернулся майором. Ему присвоили звание майора уже посмертно. Если ты услышал выстрел, говори спасибо Богу, что это не твоя пуля была. Свою пулю ты не услышишь никогда. СПГ! Выстрел! Я ни в коем случае не могу судить вот донечан и луганчан, которые воюют на той стороне. Я их не поддерживаю, но я не буду судить. Говорил Иисус Христос, они не ведают, что творят. Потому что это зомбирование, это трагедия. Это именно то, что со мной было, когда я здесь был ребенком. У меня не было идентификации себя как нации. То есть, ну, даже ребенок понимает, что на одной территории не может быть два государства, три государства. Для меня больше враг не тот, что в меня стрелял, то есть, а тот, кто начал эту войну.